Накрыла опять стол вот в этой комнате, так что все, опять на эту скатерть посмотрела, скатерть вообще без единого пятнышка. И уже все приготовила, все порезала, чтобы все быстренько поставить на стол. Там нарезки, тут, в общем, здесь рыбная нарезка, мясная нарезка. Здесь очень вкусные томаты, нарезка с луком, дыня, салат оливье, картошка уже греется. В общем, я ко всему готова. Ну, мужичков посадила, они там отдыхают, общаются, а я себе накрыла у компьютера. Я для себя покупала немного роллы здесь, буквально 8 штук, соевый соус, пивка немножко, в общем, ну, лимонадика, да, пенного. А гости пускай там общаются, отдыхают. Вот, главное, я все накрыла, все хорошо, стол красивый. Я за компанию там посидела, за встречу как бы бокал подняли. Вот, поэтому пускай мужички разговаривают о своих делах. Ну и все, гости разошлись, я уже собрала, что осталось. В общем, осталось совсем немного, салата оливье, немного помидоры. Ну ничего страшного, оливье я завтра на завтрак доем. Немного курицы, ну, в принципе, все съели. Опять у меня уборка, вот так это все выглядит, немного погуляли. Опять мойка, в общем, день сурка. Такой у меня день сурка, собираю уже посуду, опять предстоит, ой, мытье. Ой, что это такое? А, о, такая тяжелая, представляете, эта бутылка была запакована, думаю, что тут такое тяжелое? Пробка, не пробка. И это было все опечатано, такое тяжеленькое. В общем, надо собрать посуду. Ой, в общем, не знаю, за что взяться, как я это выдержала. В общем, надо сейчас приходить в себя. Уже хочется, если честно, отдохнуть от гостей. Вот правда, честно, хочется с этим мытьем посуды. Сейчас вам все расскажу. Мы, конечно, вторых... Помните, я вам говорила, мы вторых гостей ждали. Но получилось так все спонтанно. Я же купила и курицу, у меня есть и картошка. Я хотела все приготовить сама. Вот. Хотела... как бы тоже сделать домашнее, как и первый раз. В этот раз к нам приезжали второй раз родственники уже из-за границы. Вот, и получилось так все, хоть мы и ждали, что у нас будут вторые гости, но получилось все так спонтанно, что позвонили, все, мы едем. Мы уже приехали, мы едем. И я не успевала ничего приготовить такого домашнего. Хорошо, что у меня были закуски. Я еще докупила красную рыбу в Евроспаре. Вот. Ничего уже не снимала, потому что все быстро. Надо было накрыть на стол. Не хотелось упасть, как говорится, в грязь лицом. Надо было накрыть на стол. Уже ничего не снимала. Нарезала закусочки. Сбегала, в общем, в Евроспар, пришлось купить, да, грешна, готовой еды. У меня это все вышло на 2700 рублей. Вот так. Помидоры. Купила помидоры, потому что помидоры мы все съели. Помидоров не оставалось. Помидоры были по 219 рублей. И купила готовую еду, домашнюю кухню, вот готовую еду. Купила себе роллы. Ну, люди в этот раз были все взрослые. Поэтому роллы так особо никого не интересуют. Но я купила себе чисто символически. У меня, ну, вы видели, 8 штук. Вот. И домашняя кухня. Я брала картошку запеченную, оливье, салат и курицу. Вот. Чтобы было что-то горячее. И брала курицу. Так что хлеб.
И у меня домашняя кухня, вот у меня одна домашняя кухня вышла на 2000. Наверное, самые дешевые это были мои роллы на 161 рубль. Потому что в доме не было хлеба. Я быстрее хлеб. Купить хлеб. В общем, быстро-быстро накрыла стол. Хорошо посидели. Да, это на буднях. Да, на рабочих буднях. Можно так сказать, среди недели. Но ничего страшного. Потому что в другое время люди не могут. Выходные не могут. Вот. Поэтому вот так. Сейчас соберу посуду, и я тоже посидела, нам тоже привезли подарки опять. И я посидела чуть-чуть, чисто символически, потом компания была мужская, и я пошла есть роллы к себе. И думаю, и меня потом зовут: Маринка, мы без тебя не можем, иди, иди. И потом, конечно, остаток вечера я досидела. Гостей проводили. И вот я, что осталось, по пакетикам сделала. Но, в принципе, все съели. Прям совсем чуть-чуть оливье осталось. Я сейчас его на завтрак доем. Конечно, покупное оливье это не свой. Мне сейчас надо будет сварить все. Я сегодня хочу все сварить на свой оливье и сделать свой оливье. Потому что у меня, в принципе, все продукты есть. Как не хочется мыть посуду, просто... Просто вообще не хочется. Сейчас надо все замочить, все вот здесь, какие остатки, чего. Это я сейчас все соскребу в мусорный мешок. Вот это все замочу и сегодня в течение дня помою. Вот так. Поэтому не получилось подготовить такой домашний стол. Но я думаю, ничего страшного. Самое главное, хорошая компания. Хорошо посидели, хорошо поговорили. Конечно, у меня опять гости день сурка. Но это всегда приятно. Вот, всегда приятно. Поэтому... Ну, вот так немножко вам рассказала, немножко с вами поделилась. Единственное, да, я, конечно, вот, ну, грешна. Еда была покупная. Ничего от вас не скрываю. Если готовлю сама, говорю, что готовлю сама. И купила же вот еще кусочек красной рыбы 150 грамм за 299 рублей. Тоже в Евроспаре. Ну, как-то вот скудненько. Я хотела вначале шпроты, а потом думаю, ну, все же родственники из-за границы. Думаю, ну, красной рыбки хочется уважить чуть-чуть. Так что все, буду убирать со стола. Надо еще тут пропылесосить, потому что в этот раз же мы в комнате были, где у меня лежит ковролин, да? И поэтому надо чуть-чуть пропылесосить, но я смотрю, в принципе, чисто. В этот раз скатерть попачкали, потому что были одни мужчины. И в этот раз скатерть, конечно, попачкали, и я буду ее замачивать в отбеливателе, буду ее стирать. Потому что вот я смотрю, конечно, скатерть немножко попачкали, и даже селедкой на нее капнули. Капнули даже селедкой. Не знаю, отстирается, не отстирается. Посмотрим. Замочу ее в кислородном отбеливателе. Скатерть хорошая, проявила себя. У меня вот такая же есть новогодняя скатерть. Есть новогодняя скатерть. А это вот такая для таких вот просто посиделок. Скатерть себя показала хорошая. Но она должна, это рогожка, она должна, по идее, хорошо стираться. Все, мои хорошие, гости закончились. Надо приходить в себя. Если честно, я устала от еды. Может быть, поэтому ничего особого и не готовила на кулинарный канал. Надо сейчас приходить в себя, что-то и вам поснимать на кулинарный канал. Все, я побежала, а то устала.